Добрый день, уважаемые зрители, любители фармсимов. Хочу познакомить вас со скриптом, который недавно вышел. Он придется по душе, прежде всего, владельцам рулей. И не просто рулей, а рулей с шифтером, с рукояткой переключения скоростей. С помощью этого скрипта теперь можно переключаться. Передачу вперед или назад. И педали у вас будут работать как положено. Газ как газ, тормоз как тормоз. После видео я в комментариях размещу информацию по этому скрипту, ну и где можно скачать. А сейчас давайте посмотрим его действия. Так, это вот новая карта. Я на ней буду обзор показывать, делать. А сейчас покажу именно, как работает этот скрипт. Называется он... Сейчас, как же он называется точно? Секундочку, посмотрим название. Extended Driving. В принципе, нет, совершенно никакой двусмысленности нет названия. Все понятно. Итак, вот если вы обратили внимание, посмотрите правый нижний угол. Появились две стрелочки, вверх и вниз, пока они мигают. То есть, как только вы садитесь в какое-то транспортное средство, появляются эти стрелочки, и вам нужно выбрать, в какую сторону вы собираетесь ехать, назад или вперед. Для этого шифтом или клавишами, как угодно, как вы настроите в настройках. Далее покажу, как в настройках это настраивается и где. Вот. Я это переключаю, естественно, у меня шифтер стоит, у меня руль Logitech G25. Переключаю вперед. Как видите, загорелось зеленым, не мигает, стрелка вперед. И я еду спокойно, ой, секунду, ну ладно, пускай валяется. Я еду спокойно вперед, нажимаю на газ, нажимаю на тормоз, останавливается, никуда назад не едет. Для того, чтобы мне поехать назад, я ручку переключения скоростей назад, жму на газ и еду назад. Так что теперь у нас, уважаемые любители фармсима на руле, у нас полноценное управление нашим транспортом. Поздравляю вас. Давайте сейчас подсоединю. Вот так. Вот. А теперь сейчас покажу. Сейчас переключимся. Сейчас покажу, где и как это настраивается. Ну, настраивается это вообще просто, очень просто. Просто где это найти. Можно это делать, не выходя из игры, прямо здесь. Итак, показываю. Escape, мы выходим в систему меню. Находим вот эту закладочку, где клавиши биндятся все наши, настраиваются. Жмем на геймпад и опускаемся в самый-самый низ. И вот здесь вот мы видим Driving Direction Forward, Driving Direction Backward. Forward вперед, backward назад. Щелкаем, назначаем либо клавишу. Вот я сейчас могу, например, ну какие там. Я просто боюсь сбить. Но поверьте мне, вы можете клавиатуру назначить, можете геймпадом назначить, можете на руле назначить, как угодно. У меня в данном случае стоит шифтер 8 и 9. Настраивается очень легко. Не забудьте нажать сохранить. Вот здесь появляется. Сохранить настройки. Я это прямо в игре сделал. Вот. Как только вы выходите, вот смотрите, я вышел, сажусь. Он все сбрасывает. Так же, как и сбрасывает, например, движок. То есть вы должны, ну как обычно, человек садится в самобильную повозку, он, естественно, снимает сначала с ручника, здесь вот ручника нет, но можно поставить. Снимает, вернее, сначала ставит скорость вперед там или назад, потом снимает с ручника, включает поворотники и едет. Все, вот так сказать, все.
обзор чуть маленький, потому что скрипт совершенно понятный, без всяких двухсмысленностей, настраивается безумно легко, и все шикарно начинает работать. Вот я, пожалуйста, кручусь, верчусь, как хочу. То есть у вас теперь не будет проблем вообще никаких с подцеплением в тесном каком-то месте каких-то устройств спереди, сзади, отцеплением заездом. То есть вы седан сможете очень хорошо. Оп! Вот я нажал на тормоз, и никуда он не едет у меня назад, пока я сам его не отправлю назад. Вот я не вписался, значит, я повернулся, на тормоз нажал, руль отпустил, он у меня, естественно, возвращается сам, настроен обратный ход. Вот, заехал. Все. Ну, на этом все. Я останавливаюсь, обзор. Как предупредил заранее, в первый же комментарий я напишу подробно эту информацию, и где сможете вы скачать этот прекрасный скрипт. Всего хорошего, до новых встреч. Если что интересует, обращайтесь. Постараюсь потестить, рассказать, объяснить. Либо вы мне поможете. Всего хорошего. Подписывайтесь. До свидания.